Ну, для рейдов. И что там последний? Вихрь клинков. Мне сейчас в чем бегать? В Вормсе или Фуре? Да. Ну, в ПП, да. А Если у вас один слот, то можешь сейчас меня инвайтнуть на одну пешку туда. А, понял, все. Почему печальная? В конце же есть шанс на дракончика залутать. Окулус там где? Сейчас вот этот дракон, да? Погодь, сейчас из банка достану. Да. Такой синенький там лазурный дракон, по-моему, падает с сумки. Он сейчас линканул. Вот этот. Ну, я уже это и говорю, да. Но это не он. Не он. Это смайлик Гаса. Я еще субботу не настроила. Что-то поторопилась. Погодите. Буквально. Ну, я так похилю еще сейчас. Он и был там, стоял. Дайте мне минуту, пожалуйста. Воду, колча. Ну, аддон, воду в хил лучше. Он не багается. Не, ну я не знаю, сколько ни хили ни разу не багнулся, а хилбот через ПП. Не знаю, я вот играю на хилботе, вообще не багается никогда. Холи палу МП5 не нужно. Есть попить?
А Хпал, ты через что играешь? Через этот цвет небесик или через вспышку? Ну, через маленькую или через большую? На их 2, и как бы мне было пофиг. А сейчас нужно как-то подстраиваться. Через маленькую или через большую хилку? А я через маленькую буду играть. Нормально. Не-не-не-не-не. Так не работает. Меня Честер научил за холи пала хилить. Да. Капля БЗ. Капля БЗ. Я не знаю, что там делать надо. БЗ. Поберем. Мне нужен танк спек. Это не подходит, да? Про меч пытатель. Набери любо что на эту, на блок. В вершине Утгарда падает меч отваги, эпический на танка. Он самый лучший пока будет. Ну да, вот я же говорю, этот меч отваги с вершины Утгард. С ласта. Вы каких драконов взяли? Меч отваги? Ты сейчас про меч отваги говоришь, что он для комбата? Я сейчас линканул его просто. Вершина Утгард. Гер. А, не, он, я понял, все. Это да. На танка вон я скинул. С вершины падает. Ну я в гильду кидал. Про товар это тема. Ну все равно в Т5 лучше, чем этого, чем АДК нету никого. Ну или попал. Просто ДД. Не знаю, только протопал, по-моему, может этот танчить роботов соло. Или нет? Пару минуток отойду. Сейчас подождите, не агрите. Меня выкинуло сейчас быстро.
прикольно не летает. Мне плоховато. Блин, вот это еще фигня. Как сделать, чтобы после того, как я цель одну убил, автоматически выделил следующую? В каждый этот спелл вписываешь старт-атак. Меня что-то я на ханте очень долго наигрался, поэтому у меня на ханте оно выделялось сразу. Ну вот если я скиллы жму, он автоматически сразу следующую цель выделял. Единственное, что я убирал в настройках, это типа, ну, автоатаку. Ну то есть он типа следующую цель выбрал, но если я скилл типа не нажал, то он не стреляет. А тут сейчас из-за этого Элемчика начал играть, и пиздец, блядь, он одну цель убил, и просто стоит, следующую не выбирает. Я на собаку сел и полетел. Ну, я понял. Не, ну я крутил лук и все выбирал, тыкал. На старт атак, если ты случайно по трупу нажмешь, он перестанет работать, и тебе нужно будет по пустому месту нажать. Кто-то один может остальных притащить. Да. Мы должны плюнуть. Обычно это ДД какой-нибудь. Ладно, иди сюда.
Они по очереди спавнятся. Мы здесь пуляем, там сразу появляется. Ты там пуляешь, на другой платформе появляется. Нет, давай я, короче, запулю, а ты начинай бить этого. Блять, у меня дракон не призвался. Все, давай. Пуру-пуру-пу, привет всем. Привет. Я посмотрю, она не на мне? Да, вроде на мне. Ну, там я... Да, вон идут. Они сейчас, по идее... А, нет, они все на тебе уже. На хиле. Кто-то вызвал дракона и меня скинул с моего. Потому что не стоит находиться друг ради, ну, возле друга вызывать дракона. Да нет, они вместе стоят, облизывают друг друга и поэтому скидывают с дракона. Не, может и начинал, чтобы был ты быстрее раскинул. Так делаю. Блять. Стандартная ЛК, да? Прикольно. А, здорово всем. Привет. А чего вас так здесь фиг много? Да это мало. Да, мы проходим ПП. Я танк спек собираю. А еще оказывается, чтобы третий спек, нужно постоянно 25 голды платить, чтобы спекаться. Ну это нормально. В смысле, постоянно? Ну вот, чтобы сменить с фурика на танка или... Ну, если он третьим спеком идет. Один спек стоит 25 голды. Ты получаешь кристалл расширения. Ты можешь их купить заранее, штук 10. И не думаешь, что ты по 20 раз будешь респект? Я тогда первая... А, Егор, а ты протестировал своего Вармса? Да, он работает. Насколько же он работает? Остановите кто-нибудь время. Нет. Он просто не бьет. У нас как бы нет никакого хила. Урон стакается от таких пружинок. Иди.
Да. Они дома. Я следующее нажму. После себя. Егор, еще сколько там дэмэджа выходит? По солу цели больше, чем фурик. Намного. Без вихря. Вихрь вообще не нужен в этих. Ну, я понял. Ну, в ПВЕ вихрь не берут. Он там просто во второй ветке в фурике там берут вот эту, как она называется, бурст этот. И че, сколько по цели выдаешь урона? Хуй знает, я не был еще. Так грейд. Ты говорил, что больше урона. Ну, по этому, по манекену больше. Ну, по манекену без всех бафов и так далее. Короче, понял. А через сколько там у нас рейд продолжение? Через 2 часа получается? И у нас опять будет, скорее всего, без системы, потому что Панацей совсем ушел из гильдии. Да ему лень разбираться, он вряд ли что-то будет. В смысле, из гильдии ушел? Ну все, он совсем... У нас не будет этого чувака больше. Чего? Тобой? Зачем? Поняла. Я пойду. Так, а что поделать? А как по-другому, что пугом тоже ИП начислять? Просто пугом не давать то, что мы за ИП ролим, и все. А он в рейде сегодня будет? Да. Ну, доведет. Ладно, там все нас вопросы такие. Потому что лидер Лилхаммер. Ща. А, ладно, я передам, у меня нету. Все, ты лидер. Ну дайте мне доехать до этой горы.